хочу вам сказать, дубайский шоколад, это ясно. Я не один принесла, а два упаковка. Значит, одна была темный шоколад, который мы с вами сейчас поделим. Вот так посмотрим. Хруст очень хороший, дети все довольны. Хочу сказать, темный шоколадный осталось больше, чем молочный, уже нету. Ну, ничего страшного. Бабуля принесла, дети ели, я уже спокойна. Второе, принесла гостиницу мне подруга, который дубайский. А насчет седы моей подруги, которые вы много писали. И она замуж, конечно, за араба, но она чисто октябрянская девочка. Его история есть на ютубе, как она замуж вышла. Вот это любовь. Нация не имеет значений, и это, она христианка, она свою веру не меняла, она также, у нее очень муж добрый, хороший, он знает армянский все азбука, разговаривает со мной армянский, любит, уважает армянский народ, армянский нация, помогает очень многих людей. Эта седа мне угасила из своего огорода. Вот это из своего огорода она поштучно собирала и мне в гостиную принесла. У нее во дворе растут армянские, октябрянские барды, дерево растут. Что такое барды? Это дерево высокий. Перевод не знаю, если честно. Вот такое дерево, которое в Армении. То, что в Армении растут, а у него во дворе все есть. И граната, и виноград. И арбуз она даже посадила в своем во дворе. Вот такой шикарный арбуз и выросла. А это из Дубая уже я купила. Их не пахлава, дети тоже уже ели. Очень-очень вкусный дубайский шоколад. Очень много гостиницу принесла. Подарки очень много. Короче, 100 килограмм вешаем. 80 мы поехали, а 100 вернулись. Но это 80, конечно... Не наши купальники были, все одежда, это были гостиницы, это друзья наши. И также вернулись с хорошим настроением, новая компания, новая атмосфера, новые друзья. Я от новых друзей очень-очень довольна. Ресторан, который я отметила в Дубае, обязательно заходите. Я познакомилась с новыми хорошими людьми, которые 30 лет живут в Дубае. И они, знаете, они, может быть, я глубоко их не знаю, я знаю, что они очень хорошие люди. Этот ресторан открыли, они армянский ресторан открыли, не то, чтобы зарабатывать, а это их хобби, чтобы в Дубае был армянский ресторан. Они от этого, как сказать, кайфуют, удовольствие получают, что в Дубае есть армянский хоханот, армянский ресторан. Так что обязательно ходите. Я тоже очень рада, что познакомилась с такими людьми. Эмоции у меня выше уровня. С вами сейчас кофе попью и пожелаю вам всем хорошего настроения. А кто еще в море не была? Еще кто в море не была? Желаю всем, чтобы удача была, чтобы поплавать в море. Не имеет значения, в Дубае, это Сочи или Испания, или Мальдива, или как это называется, это другое. Вы посмотрите, как ничего не мазала. Все мне спрашивали, скажите секрет, а что вы мазали, что так равномерно загорали? Я говорю, у меня душа равномерна. Вот так и солнышко мне дает такое удача, счастье, которое мне не хватало. Теперь я... такими эмоциями пришла, здоровая, отдохнувшая. И я этот витамин D получила, солнечный загар получила. Так что будем работать, готовить, показать, что мы делаем. И всем приятного дня и хорошего настроения. Хорошего. И будете Новый год скоро, будете готовить под моим рецептом. Еще раз я буду повторять, объяснять и учить, дорогие мои. Сколько живу, сколько у меня силы есть, буду все вам рассказать и показать. Я вас люблю.